Друзья, советую обратить ваше внимание на канал Ивана Кузьминова. Он грамотно и интересно рассказывает о спорте, мотивации, бизнесе, путешествиях и правильном питании. Канал Ивана Кузьминова рекомендован к подписке. Всем привет, друзья! Меня зовут Арчо Моррис, и сегодня я вам покажу, как сделать тренировку на бицепс, мощная тренировка. Я вообще любитель суперсетов. Будут различные суперсеты на бицепс. Я покажу, как прокачать его, чтобы он прям горел. Давайте начнем с разминки. Друзья, перед тренировкой обязательно разминаем все тело. Не обязательно, если вы качаете бицепс, то надо размять бицепс. Качаем, разминаем все тело. Начинаем с шеи, да? Вот такие движения. Вниз, вверх. Можно круговые делать вот так. Разминаем шею. Следующее – это плечи. Делаем вот такие движения плечами. Делаем в обратную сторону. Можно вот так. Потом идет поясница. Бицепсы, смотрите, как разминаем. Особенная разминка для бицепсов, чтобы они не порвались. Мы берем какую-нибудь либо стенку, либо какую-то балку, да, и просто руку тянем вот так. То есть мы вытягиваем наш бицепс, чтобы он немножко размялся. И следующую руку также. То есть вот это упражнение помогает нам просто вытянуть наш бицепс, и он, естественно, этим разминается. И этим мы предотвратим травмы. Давайте начнем тренировку. Друзья, что такое суперсеты? Суперсеты – это когда вы делаете все упражнения без перерывов. То есть идет, например, в нашем суперсете, который мы сейчас будем делать, это подъемы штанги на бицепс, потом сразу же без перерыва добивание с гантелями, и потом сразу же удержание штанги в статическом напряжении. Вот так. Давайте начнем. Показываю, как это делается. Примерно все вот подходы делаем где-то по 12 повторений, и отдых между подходами около 2,5-3 минут. Полетели. Делаем супинированные подъемы. Супинированные – это когда мы скручиваем руку вот так и опускаем прямо. После того, как мы убили просто бицепс, берем штангу и делаем статику. Вот так просто держим. На максимум. Жесткая тема. И вот таких делаем где-то 3-4 круга. Тогда наши бицепсы просто умрут. Друзья, считаю нужным показать вам технику выполнения упражнений со штангой, да, и с гантелями. Смотрите, когда мы делаем упражнение на бицепс, что мы делаем? Мы встаем. И мы поднимаем только бицепсом. Вот. Мы не делаем вот так. Многие новички в зале делают именно так. Я замечал, на бицепс делается просто. Вы берете вес, какой можете осилить. Вы не берете огромный вес. И не начинаете читерить и делать вот такое. Просто оп, поднимаете бицепсом. То же самое с гантелями. Вы берете гантели по своему весу, как бы, какой вам нормально, да, и поднимаете тупо бицепсом, потому что многие закидывают вот так.
Тут уже не бицепс работает, тут спина работает, плечи работают, все что угодно, но кроме бицепса. То есть бицепс — это когда вот вы стоите четко, да, и поднимаете на бицепс, а не вот это. Ну что, друзья, вот такая вот тренировка, выполняйте ее примерно 2 раза в неделю, по 4 круга делайте, да, вот эти сеты. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Merry Christmas, you filthy animal.